такую тонкую. Тоненькую. Аккуратно, мамочка. Я села на кончик твоего платья. Аккуратно. Ты сначала посмотри. Я смотрю. Так расскажи, что мама тебя рисовала, ты позировала? Да, пойдем, бабочка, принесем маме очки. Мам, где твои очки? Ну, они у меня в комнате. Ну, смотри, она и без очков тебя неплохо нарисовала. Это ты нарисовала? Ну, да, но это... И розу в разе. Мы хотели, чтобы она постарше была. Она хотела, знаете, какая она будет. 10 лет. Это, конечно, чудно сказать маме. Мама, давай мы принесем тебе очки. Красиво рисуешь. Нет предела совершенству.